Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Гороскоп знака Телец на декабрь 2020 года предрекает, что шквал событий и проблем в этом месяце вас не побеспокоит. Займитесь анализом собственной деятельности, наведите порядок в голове и в сердце. Благоприятными днями будут 3, 8, 16 и 25 декабря. Неблагоприятными 10, 18 и 27. Советы астрологов. Напряженная трудовая деятельность, финансовые трудности и неурядицы в личной жизни остались в осенних месяцах. Тельцам стоит благодарить с начала зимы за возможность перевести дух. Воспользуйтесь свободным временем для того, чтобы проанализировать недавние события и определить, как избежать повторения этих ошибок. В первой декаде стоит быть предусмотрительнее и внимательнее. Очень важно иметь надежный тыл. Поддержка родных будет как нельзя кстати. Будьте инициативны и решительны. Отстаивайте собственную точку зрения, даже если она не совпадает с мнением авторитетов. Положение дел снова улучшится уже ближе к концу декабря. Не исключено, что в это время перемены, ожидающие подопечных этого знака зодиака, могут оказать серьезное влияние на их будущее в целом. Не упустите возможность изменить жизнь к лучшему. Настройтесь на успех, чтобы притянуть удачу. Последняя неделя месяца – идеальное время для духовного роста и творческого развития. Смело полагайтесь на интуицию и планируйте на это время важные переговоры и командировки. Это позволит вам достичь новых высот в карьере и укрепить деловые связи. Работа и карьера. Трудовой гороскоп знака Телец на декабрь 2020 года пророчит плодотворную и активную деятельность. Главное, не пытайтесь получить все и сразу. Желанное повышение уже близко. Наберитесь терпения, и уже в начале следующего года рывок в карьере вам обеспечен. Декабрь – это отличное время для того, чтобы заложить фундамент для грядущих достижений и продумать все организационные моменты. У тельцов, давно планирующих переехать в другой город или за границу, появится реальный шанс достичь поставленной цели. Никакие споры и неурядицы больше не встанут у вас на пути. Смело двигайтесь вперед и верьте в исполнение заветной мечты, сохраняя целеустремленность, старательность и инициативность. Финансы. Денежный гороскоп знака Телец на декабрь 2020 года предрекает, что материальное положение в этом месяце будет достаточно стабильным, и особых финансовых проблем бояться не стоит. В первый зимний месяц можно жить спокойно, поскольку пополнение бюджета будет регулярным, причем он увеличится за счет дополнительных доходов. Это могут быть проценты от депозитов или давних вложений, финансовая поддержка со стороны компаньонов, приятелей или родственников. Однако увлекаться не стоит. Выбирая новогодние подарки, обращайте внимание на акционные предложения. Не занимайте и не давайте взаймы перед Новым годом. Постарайтесь рассчитаться с долгами, если они у вас есть, и избегайте ненужных покупок. Семья, любовь и отношения. На личном фронте у тельцов особых перемен или трудностей не предвидится. Возможно, вам наконец удастся установить мир в отношениях с родственниками, в общении с которыми последнее время возникали конфликты. Любовный гороскоп знака Телец на декабрь 2020 года пророчит, что влюбленные тельцы наконец решатся связать себя узами брака. По мнению астрологов, свадьба в этом месяце подарит молодым долгую и счастливую семейную жизнь. Представителям этого знака, зачем-то скрывающим свои любовные отношения, пора заканчивать эту игру. Смело представляйте своих избранников окружающим. Они непременно порадуются за вас. Бить тревогу в предновогоднее время могут начать те, кто обесценил значение дружбы и не занимался укреплением отношений с приятелями. Представителям знака зодиака Телец придется найти в себе мужество признать, что в возникновении пропасти между вами и друзьями виноваты вы. Но не огорчайтесь, все еще можно исправить. Главное проявить инициативу, действовать решительно и очень быстро. Разберитесь с тараканами у себя в голове, в душе и в сердце. Восстановив внутреннюю гармонию, вы легко сможете вернуть расположение товарищей и встретите Новый год в теплой и дружной компании.
Здоровье. Гороскоп знака Телец на декабрь 2020 года предрекает, что энергия и жизненные силы будут на исходе. Восстановление и отдых вам просто необходимы. Главное – хорошо высыпаться, тогда хроническая усталость постепенно пройдет. Несмотря на ослабление защитных сил организма, сезонные болезни вас не побеспокоят. Но из-за повышенного риска ДТП будьте предельно осторожны и внимательны на дорогах, особенно в предновогодние дни. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!